Друг мой, вот мы и дождались этого. Это новый вкус от компании Mad Pir. Вообще у него вышло два вкуса. Это грозди, виноград, который я ненавижу, и поэтому его здесь нет. Во-вторых, это грецкий орех, вкус под названием грецкий. И в честь грецкого ореха появился вот такой вот флейвор бокс, да? И давай его посмотрим, давай забьем, давай раскурим грецкий орех. Потому что на моей памяти никто из производителей не делал именно грецкого ореха. Были орехи, была паста нутелловая, да, там была арахисовая паста, был арахис. Но именно грецкого ореха не было. И вот компания Mad Pir это делает. Давай я тебе скажу, наверное, свои страхи. Я очень боюсь, что грецкий орех окажется обычным орехом, просто его назвали грецким. Так могут. Поверь, и не такое люди могут делать, производители. Они иногда такие вещи вытворяют, что ты просто не понимаешь, что происходит. Давай смотреть, грубо говоря, наш флейвор-бокс. Все как обычно, все как обычно. Mad Pir молодцы, все стильненько, красивенько. Мы его открываем, и здесь нас ждет 4 пачки грецкого ореха. Грецкие орехи. Давай мы это вот так вот выложим. А потом вот такой вот стикер-пак. Mad Pir умеет делать стикер-паки. Две ручки, малина 70%, цинабум 30%. И здесь то же самое, то есть микс удобно, удобно. Далее идут сами грецкие орехи, да, то есть сейчас я тебе примерно покажу это вот так вот. Это грецкие орехи. Ну и, конечно же, идет футболка. Давай мы ее откроем и посмотрим. Кстати, по мерчу компания Mad Pir тоже молодцы. То есть они делают очень крутой мерч. Прям очень-очень. Смотри, какая крутая. Смотри. Я бы тебе проще сказал. Это не то, чтобы Mad Pir делает. Это делает Mad Pir Industrial. Немного другой проект, который всем этим занимается. Ну ладно, у нас вроде бы все здесь как бы предрешено, все круто, красиво. Спасибо за грецкие орехи и прочее, но че, блядь? Это как? Дурак. Здесь, короче, у меня два грецких ореха, цитрус кулер и цинабум. Что было? Жалко 4 пачки грецкого ореха положить. А? Ну, ладно. Как говорится, хозяин барин. Сколько посчитал нужным положить, столько положил. Так, опа, 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 арома легла. Что, у нас здесь все то же самое, грецкий. Давай мы его забьем. Уголечки у меня, в принципе, готовы, коллаут прогретый, поэтому нет времени. Давайте вкусим, услышим, послушаем первый аромат. Ну-ка, бля, где тут был открытый? Бля, реально, сука, грецкий. Вот когда ты их дохуя в рот накидаешь, грецких орехов, то есть ты изначально их начистишь, потом вот так в рот закидываешь, начинаешь пережевывать, и у тебя появляется вот этот аромат. Либо знаешь, когда, сука, косточка вот эта, блядь, кусочек грецкого ореха застрял где-нибудь в зубу, между зубами, и ты его вот так делаешь, и вот этот вот аромат, короче, пахнет просто бомба, надо быстрее взорвать. Уф, уф, уф.
Да, на самом деле я люблю орехи. Орехи это прикольно, орехи это круто. Но они бывают достаточно приторные, противные и в скором времени тебе надоедают. Поэтому я тебе рекомендую грецкий орех, либо вообще другие орехи, не курить так часто, потому что это вызовет у тебя в дальнейшем отвращение к данному вкусу. И даже в миксах ты не сможешь его нормально прокуривать и воспринимать. Поэтому будь аккуратен вообще со всей этой ореховой аромкой. Заебись. Ну, по вкусу. Раз уж, блядь, попал табак в рот, горчит прям как грецкий орех. Все, ребятки, я бросаю. Немного все это грею. И мы с вами раскуриваемся. Короче, я подумал, не-не, так дело не пойдет. Пока все это греется, давайте сделаем что? Ты сейчас на меня подписываешься на мой канал на YouTube, включаешь уведомление о новых видео, либо колокольчик, пишешь комментарий по поводу вообще всей айдентики Мэтпира, об их продуктах, что ты думаешь, и мы выберем в следующем видео победителя. А победитель выиграет то же самое, что и я. Я вам обещаю, что я в наглую выбью этот бокс, либо на то уже пошло, отправлю свой. Правда, нужно будет доложить еще один грецкий орех, но не суть. Короче, ты понял, что делать? Красава, участвуй, выигрывай, ты можешь. Все очень просто. Непонятно. Чуть-чуть понятно. Сейчас я еще не совсем чувствую то, что чувствую с пачки, но я чувствую, что сам Мэтт Пир в этом вкусе курица в пизже круче, чем другие вкусы Мэтт Пира. То есть сама добачка, сам продукт курица пизже, бля. Сейчас вообще нахуй в другую просто тему уйдем. И хуй с этим грецким орехом. Во! Начинает прорезаться. Вот сеть, бля. Когда аромка попадает в нос, прям грецкий орех. Правда, с пачки, я вам скажу так, ребят, он более такой тоненький, чуть-чуть свеженький. А вот когда куришь, как будто свежести не хватает. Вот сюда добавить немного мятки грецкому ореху будет просто пизда. Если добавить битер лемона, а или грин лемона и смешать все это с грецким орехом, я думаю, получится просто отвал башки. И вкус будет довольно-таки прикольный. Короче, сейчас мне более нравится, более-менее нравится, но меня смущает тот факт, что нужно достаточно больше 5 минут, наверное, чтобы его как следует раскрыть. Конечно, все это можно решить хорошим прогревом, прям под колпачком, минутки 4, и тогда будет все сразу супер. Но я решил пойти немного по сложному пути, а возможно даже по легкому, потому что, чтобы дойти до колпака, нужно было вставать, нести его, ставить, потом снимать и так далее. Короче, мое умозаключение такое по вкусу. Блядь, как он божественно с пачки пахнет. Вот здесь бы прям вот 100% один в один был бы аромат, все, Мэтпир был просто был бы топом среди всех грецких орехов, и никто бы никогда в жизни не смог бы это повторить, потому что у Мэтпира своя особенная, блядь, свое особенное сырье, и на нем грецкий орех прям лежит, прям супер-супер. Короче, я, конечно, его еще попрокуриваю, потому что есть у меня еще пачки, и я вам 100% выбью на розыгрыш другой бокс, но вы участвуете, все нормально, все под контролем. Скажу так, грецкий орех реально получился крутым. Даже если он во время курения раскрывается и слышится немного по-другому, как с пачки, он все равно остается пиздатым грецким орехом, в которых
которых орехов я ни у кого из производителей не пробовал. Но поверь мне, я курил дохуя производителей, наверное, столько, сколько ты в своей жизни не прокуришь. Я курил такую залупу, я курил такой охуенный табак, курил средний табак. Короче, все супер с грецким орехом, я его рекомендую вам покурить ради того, чтобы просто испытать какие-то новые эмоции от курения. Также его будет прикольно миксовать, я думаю, это максимально в первую очередь миксовый вкус, потому что, ну, вчистую на раз, то есть ты его прокурил вчистую, понял, и когда ты прокуришь его вчистую, тебе начинают в голову прилетать какие-то миксы, которые надо бы воплотить в реальность. И я скажу, что Мэтт Пир, грецкий орех, очень топ. Жалко, что я не люблю виноград, так бы я бы заценил виноград, но, к сожалению, в моей жизни винограда пока не надо. Это был грецкий орех от компании Мэтт Пир. Рекомендую. Пока-пока. Участвуй в моем конкурсе, где выиграешь крутой бокс от компании Мэтт Пир.